Сегодня мы еще добавим прямые удары руками в корпус. Со стойки. Чтобы нанести прямой удар в корпус передней рукой, нам необходимо, делая передний шаг, чуть-чуть подсесть на ногах. При этом спина остается ровно. Одновременно с шагом на счет мы наносим прямой удар левой рукой. Раз. Спина прямая, ножки в коленях согнуты. Два. Возвращаемся в стоечку. При ударе левая бьет, правая защищает голову. Раз. Наносим прямой удар в корпус, подсаживаясь на ногах. Два. Возвращаемся в стойку. Раз. Наносим прямой удар. Два. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. Раз. Два. Используем либо короткий шаг передний, либо шаг под шаг более длинный. Раз. Наносим прямой удар, подсаживаясь на нога. Два. Возвращаемся в стоечку. Раз. Два. Прямой удар правой рукой в корпус. Со стойки, чтобы нанести удар правой рукой, на раз мы делаем шаг передней ногой. Два. С коротким подшагом подсаживаемся на нога, наносим прямой удар. При этом спина прямая, передняя рука закрывает голову. Возвращаемся в стойку. Раз, шагаем. Два, наносим удар. Три, возвращаемся в стойку. Раз, шагаем. Два, подсаживаясь, наносим удар. Три, в стоечку возвращаемся. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. На следующем уроке мы изучим бэкфист рукой, удар рукой с разворота. Со стойки, делая шаг вперед и в сторону, уходя с линии атаки, разворачиваясь на 360 градусов, мы наносим удар рукой. В тайском боксе решено бить двумя сторонами кулака и передней частью, и наружу. Со стойки. Делаем шаг вперед, чуть в сторону с линии атаки. Разворачиваясь на 360 градусов, наносим удар, возвращаемся в стойку. Раз, шаг. Два, удар. Вернулись в стойку. Раз, шаг. Два, удар. Вернулись в стойку. Раз, шаг. Два, удар. В стойку вернулись. Удар левой передней рукой. Чтобы нанести удар, необходимо сделать более глубокий шаг правой в сторону и вперед. Раз. На два, разворачиваясь на 360, наносим удар. Раз, шаг. Два, удар. В стойке. Раз, шаг. Два, удар. В стойке. Раз, шаг. Два. Удар. Стойка. Раз. Шаг. Два. Удар. Стойка. Раз. Шаг. Два. Удар. Стойка. На следующем уроке мы будем учиться наносить удары и апперкоты руками по корпусу. Со стойки, чтобы нанести удар левой рукой по корпусу апперкот, нам необходимо на раз сделать шаг вперед, небольшое скручивание, на два, разворачиваясь в корпусе и на ногах, выносим апперкот, удар рукой снизу вперед. Три, возвращаемся в стоечку. Раз, шаг скручивания. Два. Наносим удар. Три. Возвращаемся в стойку. Раз. Шаг скручивания. Два. Наносим удар. Три. Возвращаемся в стойку. Раз. Шагнули. Ударили. Вернулись в стойку. Шаг. Удар. Стойка. Шаг. Удар.
стойки. Со стойки, чтобы нести правый апперкот по корпусу. На раз мы делаем шаг левой ногой. На два с подшагом правой наносим апперкот по корпусу. На три возвращаемся в стойку. Раз делаем шаг. Два. На выдох наносим удар. Три. Возвращаемся в стойку. Раз. Два. Три. 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 Раз. Два. Три.